Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему». Сьогодні ми знову піднімаємо питання, присвячені життю національних громад Миколаївщини. Сьогодні до нашої студії завітав Михайло Давидович Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської громади. Михайло Давидовичу, я дуже рада вас бачити в нашій студії. І дякую, що ви виділили ці півгодини для того, щоб поспілкуватися з нами, з нашими глядачами. Вітаю. Спасибо, я теж привітаю. І для того, щоб уявити, що собою представляє єврейська громада Миколаївщини, я хочу запросити вас, шановні друзі, до Центру єврейської культури, що працює у нас на Миколаївщині. Давайте з цього почнемо нашу бесіду. Перше враження, яке з'являється, щойно переступиш поріг товариства, наче потрапляєш у велику родину, яка живе за своїми традиціями, радіє успіхам дітлахів, турбується про батьків, літніх людей. Сімейна атмосфера дозволяє повною мірою відчути відкритість, толерантність і взаємодопомогу. Між тим, Миколаївське товариство єврейської культури завжди відчиняє свої двері для людей інших національностей. Доказ того – активна співпраця з Радою національних товариств Миколаївської області. Червень 1990 року став початком офіційного життя єврейського товариства. Згадки про перше поселення євреїв на Миколаївщині ведуть нас у 18 століття. Протягом усіх років існування Миколаївського товариства єврейської культури життя у ньому було бурхливим і плідним. Члени товариства, базуючись на традиційних засадах єврейської освіти, розробили свою систему навчання, повернули до свого життя традиції і культуру, а ще повертають забуті імена. Михаил Давидович, это у нас такая маленькая видеозарисовочка, и сделали мы ее в 12-м, по-моему, или в 11-м году мы приходили к вам в гости. Что сегодня представляет общество? Сколько вас? В каких направлениях работаете? Во-первых, я хотел маленькое уточнение вести для телезрителей в первую очередь. Меня, так сказать, позиционируете вы как председателя областной еврейской общины. Сейчас мы смотрели сюжет об обществе еврейской культуры, чтобы было понимание, что и что. В нашу общественную организацию под названием областная еврейская община входит несколько структур, и центральная такая, фундаментальная это общество еврейской культуры. Входит благотворительный фонд, мощный большой благотворительный фонд, поддерживающий наших николаевцев. И входит организация под названием «Общество бывших узников гетто и концлагерей». Это основные организации, ну и еще разные угруппования типа «Воскресной мелкие, школы», да, которые, да, не имеют юридического лица, но лицо имеет достаточно достойное и интересное. Да. За вот эти годы, да, действительно, это было 3-4 года тому назад, вот эти съемки, и за это время... Ну, в общем, много нового произошло, хотя все вот эти основные моменты, связанные именно вот с образовательными программами, с культурными программами, с исследовательскими, ну и так далее, о чем мы еще поговорим, конечно же, расширили свои форматы и результаты, вот, но образовательные программы, конечно, лежат в основе нашей общины, и, конечно, вот в первую очередь общество еврейской культуры. Та же воскресная школа продолжает свой день, ну, сейчас на каникулы ушла. Ну и у нас еще вот общинный центр, это семейный клуб, молодежный клуб, детские программы, все это действует и работает каждодневно. Вообще, конечно, вот для несведущего зрителя, слушателя, вот как я это не один раз с этим сталкивался, представление о том, что из себя представляет национально-культурные объединения – вот для многих это вот проведение праздников, концертов, участие в фестивалях. Досуг, да? Именно досуг. В нашем случае, как и в случае многих других наших николаевских национальных обществ, основная задача – это именно вот эта повседневная деятельность, это введение в культуру, традицию народа, это вот исследование вот наших исторических корней именно здесь, на Николаевщине, ну и, конечно, так сказать, ретро-взгляд в далекое прошлое, это фиксация вот наших находок в виде книг, которые мы издаем,
И, конечно же, обучение этому людей всех возрастов. Михаил Давидович, насколько обширно ваше количество, так сказать, участников вашего движения? Потому что я знаю, что и люди пожилого возраста, в принципе, мы и видели, но очень приходит много молодежи. Вообще, вот на сегодняшний день около 500 человек – это вот тот актив, именно актив, подчеркиваю, участников наших вот этих разнообразных программ, о которых я только что сказал. Это то, что охвачено обществом еврейской культуры и сотрудниками, и волонтерами этой организации. Люди действительно, вы правы, разных возрастов. Есть и за 80 приходят наши ветераны, малышей приводят, ну, чуть ли не с момента рождения. А в общей сложности наша структура, вот эта большая, объединяющая, охватывает порядка 2000 человек. Это включая тех, кому мы поддерживаем в этой жизни через благотворительные фонды. Не все из них, конечно же, могут приходить, не то что приходить к нам на наши занятия и мероприятия, они даже из дому не могут выйти, и им помогает и патронажная служба нашего фонда. Вот. Но все возрастные, так сказать, слои, и по интересам тоже есть возможность ходить на разные программы, опять-таки, на что отвлекается душа. Да, что кому интересно, это правда, да. И то, что вы действительно видите и имеете, вот знаете, такой широкий круг заботы о своих... о людях, которые рядом с вами, не забывайте никого, это правда. И, знаете, вот акценты расставляются до такой степени, что это зримо и незримо, вот так вот как-то. Оно вроде как и косвенно, эта поддержка происходит, но она есть. И люди это ощущают, и очень знаю, очень многие благодарны вам за это. Михаил Давыдович, насколько активна связь с Израилем на сегодняшний день, и в какой форме это все происходит? Ну, связь... Именно вот через, я имею в виду связь вот наших участников программ, это через нашу информацию. Через нашу информацию на разного рода лекториях, литературно-музыкальных салонах, на тех же самых занятиях «Воскресная школа» мы рассказываем о тех событиях, которые происходят, об истории государства, это об истории народа. Если вы в своем вопросе подразумеваете какую-то конкретную связь вот с представителями дипломатических структур, конечно, возможно, послы. Есть в Одессе есть Израильский культурный центр, в котором, ну, это работа именно аналогичная вот дипломатической работе, то есть это именно представительство государства. Периодически приезжает нам Николаев, и нас посещает вот руководитель этой структуры. То есть решаются разного рода вопросы, связанные с некоторыми людьми, которые, значит... Или хотят выехать. Да, или хотят на учебные программы детей своих направить. То есть вот такого рода контакты есть. И особенно это было очень продуктивно, я имею в виду с точки зрения вот нашей общины, когда вот на заре создания воскресной школы, то есть это было 90-е годы, в начале 2000-х, когда снабжали нас учебной литературой. Это было очень, очень интересно, очень важно, и главное, что в иных местах невозможно было бы это получить. Знаю, что проходят научно-практические конференции, то есть действительно образовательная вот эта линия работает, и у нас есть доказательства тому, фотослайды, мы посмотрим их обязательно. Расскажите, пожалуйста, в каких направлениях все это происходит? Да, с первых дней создания общества еврейской культуры, это была первая еврейская организация, вот после перестроечная, времен, с первых же дней началась работа, именно исследовательская работа по истории нашего края, по истории еврейской общины Николаевщины. И в эти первые дни уже сложились наши добрые отношения и с краеведами, и с архивом областным, и по сей день мы поддерживаем эти связи, и с учеными, с преподавателями вузов, историками. И мы вот как-то вот незаметно пришли к тому, что кроме того, что мы были изданы книги по истории, и они продолжают издаваться, кроме этого, вот просто вот совершенно естественным образом
вырисовалась потребность и необходимость в том, чтобы вот в каких-то научных кругах, исследовательских кругах вот звучала тема поиска следов, жизни еврейской общины на Николаевщине, которая началась прямо с первых дней создания города. И это навело на мысль о том, что необходимо проводить научные конференции. И такая конференция, научно-практическая, международная конференция под названием «Исторические мидраши Северного Причерноморья» уже 4 года проводится в стенах университета имени Сухомлинского. Вот мы видели фотографии, да, с этой конференции. А знаю, что вы ведете непосредственно и волонтерскую работу. Сегодня разговоры, не только разговоры о волонтерстве, но само по себе это движение волонтерское, ну, в общем, на слуху у всех. И это движение в основном связано с военными действиями. Помощью вот, военным, помощью временно перемещенным лицам. Вот, кстати, только что была фотография, когда волонтеры наши помогают вот, временно перемещенным лицам. Но само по себе волонтерское движение для нас не было каким-то, ну что ли, открытием сегодняшнего дня. С первых дней существования благотворительного фонда волонтеры в нем были. Это неотъемлемая часть вот именно благотворительной деятельности, потому что по домам пожилых, немощных людей ходят наши волонтеры, ну, кстати, более взрослого возраста, чем молодые ребята, которых сейчас показывают. И помогают там починить электричество, починить водопровод, там где-то подремонтировать что-то связанное с, ну, с любыми частями, да, жилища. А вот то, что вы сейчас видели, это уже вот современное волонтерское движение, более развитое, более молодое. И это ребята из нашего молодежного клуба, которые, в общем, объединились в этом движении совершенно естественно. И они участвуют, и, кстати, в общегородских мероприятиях по уборке города. Они подключились и к уборке кладбища интернационального, которое в очень запущенном состоянии, Некрополь, очень да, давно, да, и те периодические попытки его восстановить, ну, понятно, что одним-двумя разами это не исправишь, и вот они уже около 5 раз поддерживают, этим занимаются, и там были кадры, когда ребята посещают, навещают пожилых людей, которые уже давно не выходят из дома. И, конечно, такой приход, там, допустим, в праздничные дни с каким-то подарком и просто общение. Вот, это, для них это очень для важно. Них очень-очень важно. Михаил Давыдович, как вы считаете, что движет нынче молодежью? Потому что, действительно, знаете, вот волонтерство на фоне событий в Украине как-то всколыхнуло, как-то подняло. И молодежь отозвалась очень четко, заявила о своей готовности. Между тем, когда вы общаетесь в рамках общества, как вы чувствуете, вот что сегодня все-таки заявило для того, чтобы проявить? Потому что очень долгое время мы считали, что молодежь пассивна. Компьютеры, какие-то интернет-варианты проведения досуга и виртуальные миры, скорее, чем реальные. Вот те, о которых вы сегодня говорите, и мы видим конкретные фотографии, где конкретные встречи с конкретными людьми. Молодежь вообще легко поднять. Ну, легко, может быть, не совсем это точное слово, но можно поднять какому-то доброму, важному и нужному делу, равно как и в обратную сторону, благодаря какой-то мощной, доброй идее, которая, ну, где-то вот на поверхности, которая улавливается каким-то из лидеров и вот приносится им. И очень важно вот лидерство. Вы знаете, вот этот опыт вот многих лет работы и с ребятами, с молодыми, и с вот людьми более старшего возраста подтверждает, что в случае появления вот лидера, в случае появления, ну, личности, которая может увлечь, повести за собой, можно поднять вот молодежь, можно ее как-то вот объединить и направить к какому-то благому и важному делу. Вот именно это и произошло у нас. У нас вот молодежным клубом
уже несколько лет руководит Алексей Павлищев. Катя Павлищева, супруга, я чуть не сказал, Катя молодая Мазуренко, семья, которая, да, вот, ребята поженились, и Катя тоже работает с молодежью и с малышами, ведет программы такие с маленькими детско-садовскими ребятками. И вот в лице Алексея вот появилась такая личность, которая действительно стала привлекательной для молодежи. И, конечно, вот он смог объединить и повести ребят за собой вот в этом волонтерском направлении. А для них, для молодежи, ощущение того, ну, важности и нужности, высказанное вот таким человеком, которому они доверяют, которого они уважают, конечно, для них это очень важно. И начав это, конечно же, они почувствовали действительно эту важность и нужность, и уже не надо было особо их убеждать в том, что нужно это продолжать. Я хочу сказать, что вашей молодежи повезло, потому что вы есть такие наставники мудрые, и знаю, что действительно много делается для того, чтобы активизировать молодое поколение в нужном направлении. Вот, например, книгоиздательство, о котором вы начали говорить, и давайте мы немножечко остановимся на этом вопросе, потому что это все-таки для них скорее, потому что историю зрелое поколение уже знает какие-то моменты даже воочию, да, а вот для тех, которые в будущем будут проявлять какие-то основы культуры, сегодня делается тоже много. Да, это, вы понимаете, каким-то совершенно непонятным, но, по-видимому, естественным образом вот выстраиваются наши программы, вот о которых мы говорим, вот и воскресная школа, и молодежный клуб, и издательская деятельность, вот эта презентация альбома Верещагинского, а это презентация книги «Судьбы евреев Николаевщины», вот она, в годы Великой Отечественной войны. Конечно, вы правы, что след нужно не просто оставлять след вот исторический, но и эти материалы должны быть вот в руках у молодых ребят, чтобы познавать, что было, как это было, чтобы не забывать историю и как-то этими материалами пользоваться для построения своего будущего. И мы уже издали немало книг, продолжаем издавать. Вот я назвал две из них, которые сейчас показывались на экране. Издавалась еще книга «Земляки» об истории еврейской общины нашего города. Издавались книги стихов. Кстати, вот Евгения Григорьевна Перзнер, наши поэтессы. Сейчас мы тоже думаем сдать еще один сборник поэтический. И, конечно, в первую очередь, это книги по истории. Это правда. Михаил Давыдович, один из моментов обучения, обучательной программы в воскресной школе, это тоже уроки истории. Я знаю, дорогие друзья, потому что мы, снимая вот Центр еврейской культуры, отдельной страничкой сделали в своей программе работу именно воскресной школы. И сейчас некоторые моменты из этой программы я хочу предоставить вашему вниманию. Давайте посмотрим. За 20 років роботи Миколаївське товариство єврейської культури охопило різними видами діяльності – від освітньої і дослідницької до спортивної та розважальної – до 3000 осіб. У товаристві працює більше 20 програм для людей різного віку, поглядів, зацікавлень. Недільна школа, спортивний клуб «Маккабі», молодіжний та сімейний клуби, музей, танцювальний ансамбль «Штілім», газета «Бокер» тощо. І зараз це великий спільний центр з великим діапазоном різнообразних програм. Но мы очень рады, что то, с чего начиналась воскресная школа, работает до сих пор и не просто работает, а развивается. История – розповідь про події багатовікової культури єврейського народу. Мы стараемся так построить наши уроки, чтобы дети получали знания по еврейской истории в контексте мировой истории и связать это все с мировой историей, потому что воспитать настоящего человека, гражданина, можно с учетом того, в какой среде он живет. Евреи завжди полюбляли книги. Це їм допомагало зміцнювати знання, формувати свій внутрішній світ. Особливо це потрібно, якщо мова про малечу. Звісно, людей цікавлять традиції,
обряды, поскольку с этой литературой мало раньше мы были знакомы, мало ее было вообще в фондах еврейского народа. Я имею в виду обряды, обычаи, кухня в какой-то степени, ну и, конечно, художественная литература. А це їхня творча майстерня. Тут народжуються справжні шедеври дитячої творчості. За багато років зібрана їх величезна колекція, навіть із макаронів. Сейчас мы находимся с вами в творческой студии Общества еврейской культуры, где наши детки от 3 и до 8 лет, такой самый благодарный возраст, творят чудеса. Творят чудеса из ничего, в общем-то. Это бутылки, это бумага, это пенка для заливки окон, все, что попадается под руку. И вот такие образы мы создаем. Потом они у нас будут оживать. Народ відбувається тільки з рідною мовою. У Центрі єврейської культури заняття з мови ведуться на івриті. На цій давній мові діти співають пісні, читають вірші. Прийоми театрального мистецтва, сценічні постановки також допомагають образному і духовному зростанню дітей. Все це – єврейська театральна студія. Вже 9 років при Товаристві єврейської культури працює психологічна служба. Дітям дошкільного і молодшого шкільного віку вона допомагає зрозуміти себе, взаємодіяти з однолітками, визначати життєві цінності. Багатьох членів громади охопила бісероманія. Чудеса бісероплетіння красуються на усіх поверхах будинку єврейської культури. В первый раз это вообще потрясает, когда человек собирает свое первое дерево, у него появляется на лице совершенно безумная улыбка. Потому что вдруг из разрозненных кусков проволоки, из бисера получается что-то очень красивое. Правильно же? Да. Мы стараемся отдать им все свои знания. У нас работают профессионалы. В школе преподается, в воскресной школе преподается история, традиции, занятия по художественному творчеству. И не только это становится во главу угла. Конечно же, взаимодействие с нашими вузами, с музеями, это тоже откладывает свой положительный вклад в развитие наших подрастающего нашего поколения. Михаил Давидович, за подрастающее поколение можно уже быть спокойным, потому что такие условия созданы. Да, действительно, малыши – это тот возраст, которому мы уделяем особое внимание. И вы знаете, я хочу все-таки успеть сказать два слова о театральной студии. Да. Маленький след, который здесь был виден. Студия растет, уже 6 лет она работает, спектакли замечательные ставят, ребята с удовольствием ходят. И вот на последнем, на фестивале, состоявшемся недавно, «Южные маски». «Южные маски» получили, это международный фестиваль. Да, международный, получили бронзовую маску. Молодцы. Получили и выделили наградой за хореографию. Я, конечно, хочу высказать слова благодарности всем сотрудникам Общества еврейской культуры, которые участвуют вот в этой жизни, которые создают, сопереживают. Нету абсолютно ненужных или равнодушных людей, это да. Все правильно. И вот то, о чем мы с вами говорили еще до начала передачи, вот о том, что очень важно быть услышанным, что очень важно, чтобы не просто быть услышанным в своих делах, но чтобы быть понятым. И я сейчас имею в виду не только нашу организацию, я имею в виду все то сотрудничество наций, в котором мы живем. А у нас, вы прекрасно знаете, есть Совет национальных обществ, в который входит и наша организация. И вот именно не просто интересы, вот этих диаспор, этих общин, не просто интересы, а их взгляды, их позиции, чтобы очень важно, чтобы были услышанными, для того, чтобы все-таки в нашем сообществе сохранялся баланс и сохранялся вот такой вот мирный процесс, который, в общем-то, присущ нашему, особенно Николаевскому пространству. И, к сожалению, очень плохо мы слышны, даже вот по примеру недавних событий, когда до сих пор, это вообще позор, свастика невымытая так и остается на памятнике жертвам Холокоста. Напротив, вот этот
доски, мемориальные доски в память о жертвах сталинских репрессий, к которым мы тоже имеем непосредственно отношение и эту память поддерживаем, разбиты и так и не восстанавливаются. Еще чуть дальше на Херсонском шоссе кладбище, интернациональное кладбище, которое окружено забором, где автосалон стремятся сделать, нас не слышат. Я пишу во все концы, я об этом заявляю везде, где только это можно сделать. Никакого внимания, никакого дополнительного освещения, никакого контроля за безопасностью, просто следа нет. Вот это маленький пример того, что нас не слышат, и не слышат по многим другим вопросам. Поэтому вот хотелось бы хотя бы вот сейчас быть услышанными, чтобы вот каким-то образом обратить внимание, это только часть, скажем, таких болевых проблем. У каждого, у каждой диаспоры они есть. Михаил Давыдович, сегодняшнее направление вот наших встреч — рассказать людям о том, что национальные диаспоры, они присутствуют на Николаевщине издавна. И мы все умеем сопереживать, мы, как бы там ни было, пытаемся мирно жить и слушать, и слышать друг друга. Очень хочется, чтобы действительно люди, которые стоят у власти, услышали и болевые моменты, и отреагировали на них. Но самое главное, что сегодня люди, которые стоят во главе национальных обществ, очень мудры. И у нас на юге мир. Это очень большое достижение нашего южного региона. И вам лично большое спасибо за соучастие в этом процессе. Спасибо, что вы сегодня были с нами. И я надеюсь, что сегодня наша встреча заканчивается на проблемных моментах. Впоследствии мы обязательно на них еще раз остановимся. Будем надеяться, что все-таки будут какие-то ответные реакции со стороны властей. И все станет на свои места. Потому что мир – это самое главное. Цель сегодняшней нашей жизни і роботи в цілому. Спасибо большое. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Миру, добра і злагоди усім нам. До зустрічі в ефірі.